Сегодня я обращаюсь к вам с особым приглашением. Я прошу вас уделить время тому, чтобы послушать и глубоко поразмыслить над этим божественным посланием, которое я приношу. Есть важное откровение, которым необходимо поделиться. Ангелы предупреждают о надвигающейся угрозе. Кто-то, возможно, более близкий, чем вы думаете, готовит нападение на вашу семью. Он, имеющий свободный доступ в ваш дом, ищет лазейку, чтобы нанести ущерб. Бог, в своей бесконечной мудрости и милосердии, заметил намерение этого человека и заявил, что не позволит его злым планам осуществиться. Он заверяет вас, что удалит это зло из вашего присутствия. Вот почему вам необходимо обращать пристальное внимание на знаки, которые он посылает. Если вы верите в эту божественную защиту, выразите свою веру, написав 555 в комментариях ниже. Я хочу еще раз подтвердить, что Бог никогда не позволит силам зла одержать верх над вами и вашей семьей. Когда Бог охраняет вас, никакое оружие, созданное против вас, не сможет преуспеть. Бог обещал, что его защита будет вечной и непоколебимой для тех, кто служит ему и остается верным ему. Если вы верите в силу и милосердие Бога, поддержите его, поставив лайк этому видео. Кроме того, в конце этого месяца в вашу жизнь придет божественное обещание необыкновенного финансового чуда. Приготовьтесь стать свидетелями значительных перемен в вашем здоровье, на работе и в личной жизни. Бог объявил, что Он перемещает небо и землю в вашу пользу. Ангелы мобилизованы и готовы доставить благословения, предназначенные вам. Бог открывает двери, устраняет отвлекающие факторы и обновляет ваш дух. Под Его крыльями вы найдете безопасное убежище, а Его верность станет щитом, который защитит вас от любого зла. Прямо сейчас я молюсь о том, чтобы Бог коснулся вашего тела исцелением и принес в вашу жизнь финансовую стабильность и настоящую любовь. Пусть сегодня для вас откроются новые двери возможностей и благословений. Мы постановляем положить конец всему стрессовому в вашей жизни, на смену которому придет волна благословений. Вы вступаете в сезон божественного восстановления. Бог обещает восстановить все, что было украдено злыми силами. Ваши руки, которые вы сейчас простираете к небу в молитве, будут притягивать богатство, как сахар притягивает муравьев. Бог в своей щедрости пообещал открыть небесные окна и пролить на вас непрекращающийся дождь благословений, среди которых любовь, крепкое здоровье и постоянное процветание. Он видел все ваши молитвы, даже те, что были произнесены в тайне, потому что Он действительно знает ваше сердце и дух. Примите это послание с верой и надеждой и будьте готовы получить все милости, которые Бог приготовил для вас. Если вы верите в эту преображающую и восстанавливающую силу, примите активное участие в этом моменте духовного общения, потому что Бог здесь и сейчас, готовый благословить каждый аспект вашей жизни. Дитя мое, приготовься к благословению и приготовься к своей величайшей победе. Бог обещает вечное счастье и готов исполнить это обещание. Если ты чувствуешь себя уставшим, безнадежным и потерянным в этом мире, знай, что тебя ждет безопасное убежище. Приди ко мне, я здесь, чтобы благословить твою жизнь и предложить тебе мир, который никогда не закончится. Я глубоко люблю вас, и Бог уже заявил, что все сложится в вашу пользу. Ваша ситуация, какой бы сложной она ни казалась, находится под моим контролем. Правда, это время может быть сложным, но всегда помни, Бог с тобой на каждом шагу. Ты слишком много беспокоишься, дитя мое. Знай, что для Бога нет ничего слишком сложного. Хотя сейчас ты не видишь решения, верь, что в конце концов все получится. Просто сохраняйте веру. Если вы читаете эти слова, приготовьтесь получить значительное благословение в ближайшие 3-5 дней. Просто напишите «Аминь» в знак своей веры. Бог ободряет вас, говоря «Не бойтесь, ибо я с вами, не унывайте, ибо я Бог ваш. Я укреплю тебя и помогу тебе, я поддержу тебя своей праведной десницей. Никогда не забывайте, что я всегда с вами, в хорошие и плохие времена, во время взлетов и падений жизни». Бог понимает ваши трудности. Он говорит, «Я знаю, что вы чувствуете себя непонятыми, забытыми и даже игнорируемыми. Но я здесь, чтобы подтвердить, что прекрасно понимаю вас и никогда не забуду. Я всегда буду любить тебя, потому что ты для меня особенный. Подтвердите сейчас, Бог со мной». Бог обещает, что скоро вы расскажете новую историю, историю успеха, полную вдохновения.
Я здесь, чтобы избавить вас от боли, забот и проблем, заменив их здоровьем, счастьем и миром. Остаток этой недели будет отмечен великими чудесами, значительными прорывами и еще большими благословениями. Готовы ли вы к этому? Бог знает о вашей усталости и стрессе, но Он хочет, чтобы вы знали, что Он рядом с вами. Он пошлет вам особое благословение, чтобы напомнить о своем постоянном присутствии. Вы можете быть уставшими, обескураженными и разочарованными, но не сдавайтесь. Я собираюсь открыть для вас двери чудес. Вы вступаете в сезон успеха, когда все будет работать в вашу пользу. Вселенная меняет все обстоятельства вокруг вас. Вы вступаете в новый сезон благословений. Бог объявил, что вас ждет величайший прорыв и что ваше возвращение удивит даже ваших врагов. Я посылаю своих ангелов впереди вас, чтобы разрушить все планы врага. Каждый голос, поднятый против вас и вашей судьбы, сегодня замолчит. В конце этого месяца вы получите неожиданную сумму денег. Бог говорит, я собираюсь удивить вас неограниченным богатством и любовью. Вы начнете ощущать изобилие, здоровье и процветание. Приготовьтесь принять этот свет с верой, ибо я знаю, какие планы у меня на вас, говорит Господь. Планы процветать и не вредить вам, планы дать вам надежду и чудесное будущее. Отношения с Иисусом – это самые лучшие отношения, которые у вас могут быть. Бог исцеляет сердце. Если вы провозгласите своими устами, что Иисус – Господь, и поверите в своем сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, вы будете спасены. В самые мрачные моменты укреплите свою веру, и вы преодолеете трудности, которые кажутся невозможными. Даже когда вы чувствуете себя недостойным, Господь позаботится о вас и защитит от зла. Бог хочет, чтобы Его слава была видна в вас. Он хочет, чтобы вы выделялись из толпы, чтобы ваше благословение было настолько очевидным, что все вокруг могли наблюдать Его благость через вас. Так что стойте твердо, продолжайте верить, надеяться и провозглашать Его Слово, потому что благословение и милости уже на подходе. Всегда помните эти четыре истины. Бог направит ваш путь, Он будет сражаться в ваших битвах, молитва – лучшее лекарство, и всегда доверяйте Божьим срокам. Вы любимы. Бог заботится о вас. Бог может сделать невозможное. Он может проложить путь там, где его, казалось бы, нет. Следующие 7 дней будут необычными. Вы вступаете в сезон, полный счастья, любви и гармонии. К концу 2023 года вы станете финансово независимыми, будете заниматься любимым делом и обеспечивать свою семью всем самым лучшим. Бог объявляет о приближении нового цикла. Вселенная выравнивается, и, наконец, все чудеса, которые Он приготовил для вас, будут явлены. Музыка «Уже не я живу, но живет во мне Христос», и жизнь, которую я живу ныне во плоти, живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Все, что Бог делает в вас и через вас сейчас, это прекрасная подготовка к будущему, которое может видеть только Он. Бог поможет вам обрести мир через свое руководство и присутствие. Сегодня новый день, и в вашей жизни произойдет нечто особенное. Во имя Иисуса я говорю, аминь. Помогите нам небольшим пожертвованием и присоединитесь к нашей миссии, чтобы поделиться Божьим посланием любви, надежды и Царства Небесного с большим количеством людей, таких как вы. Продемонстрируйте свою приверженность этому благородному делу, поделитесь этой статьей и поставьте лайк, если это послание тронуло ваше сердце. Аминь.